В Волгограде приступило к работе расширенное заседание технического совета Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии. В работе принимают участие руководители подразделений вневедомственной охраны, представители научно-исследовательского центра и производители специализированных технических средств. На сегодняшний день под защитой вневедомственной охраны находится более 1 200 000 объектов, квартир, домов, мест проживания и хранения имущества граждан, 95% из которых мы охраняем с помощью технических средств. Также в последнее время мы активно развиваем охрану автотранспортных средств, в том числе пассажирского наземного автотранспорта. На повестке дня вопросы обеспечения безопасности на общественном транспорте, а также перспективные направления развития технических средств. Ксения Колоскова, телеканал «Волгоград-1».